Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Metro Last Light. Конечно же, сразу всем пожелаю приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, и на всякий случай также прокомментирую, что эту серию записываю практически сразу после записи предыдущей, потому что на момент выхода этой уже серии, скорее всего, я нахожусь в Москве, но опять же, кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе всех событий, и, так скажем, записываю сейчас наперед, поэтому, ну, на всякий случай, просто когда такое происходит, я комментирую. В общем-то, друзья, на чем остановились? Остановились мы на том, что, наконец-таки, Артём установил, так скажем, коннект между оставшимся выжившим детенышем, который теперь ему помогает, и, в общем-то, мы двигаемся в сторону полиса, и как раз-таки сейчас... Такой момент весьма важный, потому что я не знаю, как отреагируют остальные, если Артём придет с вот этим вот детенышем, как бы, и что, как, возможно, его сейчас придется защищать, или вообще что, да как, я, короче, пока вообще ничего не понимаю, загадывать не буду, потому что прямо сейчас я нажимаю на кнопочку «Продолжить», и мы продолжаем. Фух, так, путь вдоль... А, ну да, нас еще ждет, естественно, путь, потому что, судя по всему, мы еще до полиса-то не дошли. Хотел уходить, что-то держит его рядом, пока не могу понять, что. Так. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Это мы уже слышали. Поехали. Итак, путь вдвоем. Что-то там, блядь. Тахикардия, что ли, блядь? Что-то сердечко постучало, и пульсик. Пульсик. Так. Он идет. Что, он будет прям помогать мне, интересно, сейчас? Дальше. Ну, наверное, да, раз он уже начал это делать. Так, это уже, блядь, какой-то сталкер пошел, пацаны. Опять поверхность. У меня по фильтрам вроде все нормально. Так, давайте посмотрим, в какую сторону. Ё-моё. Бля, погодка реально просто как в Питере, пацаны. Просто вот на самом деле за окном сейчас примерно то же самое. Так, что у нас тут есть интересного? Ё-моё, весь противогаз закидало. А, ну 25 минут у меня фильтр, поэтому... Так, как раз мы сейчас поменяем. Поэтому с этим хотя бы проблем нет. Потому что я вроде как... Что это такое? Бля, мне показалось, что это кто-то стоит, а это... Не-не, все нормально. Так, что, попробуем забраться внутрь вагончика? Там кто-то есть. Где? Отсюда трудно видеть. Подожди. Что? Что? Это фонарик же какой. Я... Ой. Прошу прощения. Так, что-то я не понял. Как он прокомментировал вообще какое... Он сам где? Значит, идти туда, правильно? Идти туда, это я понял. Тут просто такая локация довольно широкая. Может быть, что-то можно было найти. Я так пробежался, мельком посмотрел. Скорее всего, половину не увидел, как обычно. Так, в поезд. В вагон, точнее, заглянуть нельзя. Хорошо. Проходим. Кто-то... Что это? А, это он сидит, блядь. А где кто-то есть? Ты про кого говоришь? Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Не злые. Так, все. Чуйка у него должна быть хорошая, поэтому... Раз он говорит, что только где эти люди, пока непонятно. Так, открыто, да? Закрыт. Понятненько. Открываем дверь. Кого он там? Кто такой? Тихо. Все гораздо, мужики. Приберите стволы. Це же рейнджер с полису. Так. То ты на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Нічого не понял? Ну можеш так, немножко... з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. Ну так, немножко зрозумів, но, если честно, не повністю зрозумів, поэтому... Дякую, що не грохнули, хлопці. Так, хорошо. Що це таке вони тут обустроили себе халупу? Як... Як хороша. Погодка зашибись. Да вообще просто. Охуенно. Дуже гарно, душно. Душно, дуже. Не забув. Мельника, як побачиш, і Таня переказуй від Степана. Він знає. Короче, если Мельника встречу, сказать, что Степана я бачил. Ну ладно. Ебать. Нормально тут. Во-хо-хо. Подсветочка у вас вот, смотрите, это ламповая атмосфера у пацанов. 300 стоит у тебя абзац, да я его на халяву нашел. Только лучше. Так, подожди, что там по тюнингу абзаца еще есть? Вот эта вот хуйня, но она очень дорогая, блядь. Дульный тормоз компенсатор, ну это пиздец. Вот патронов я бы скупил, пацаны, потому что, ну типа, мне кажется, что... Ну-ка, на что можно калаш поменять? Короче, мне кажется, если честно, по оружию, в принципе, все нормально. Вот по боеприпасам это уже вопрос хороший. Так, короче, у меня тут есть, смотри-ка, снайперские. Я бы готов их продать, в принципе. Да. Продаем. Так, это у нас надо. Шарики пока не рискую. Ой-ой-ой, как плохо здесь все. Так, купить. Ну... Ты на гильзе не смотри. Как стрелять, смотри. Пех-пех, 80... Я напоминаю, это шота, бля, из этого, из сталкера. Так, здесь у нас, в принципе, все хорошо. Вот так вот. 83 этих самых патрончика у меня осталось. Тут у меня все заебись. Я и так не кидаю гранаты почему-то. Не могу к этому реально привыкнуть. Так,
Ну давайте посмотрим, что можно, например, вот из тюнинга купить. Бля, ну глушитель, ну не знаю. Не, убойная сила на расстоянии как раз-таки мне нужна. Ну прицелка этого мне достаточно. Я так его и так, когда купил, тогда протюнинговал как бы. Абзац, если только еще дотюнить, чтобы он был вообще лютым. Но опять же, что вот здесь можно такого? То есть вот, например, увеличенная патронная коробку я и так поставил, купил. Так, это у меня на халяву и так стоит, ЛЦУ. Но она, в принципе, мне кажется, не особо нужна. Вот эта вот хуйня, но она стоит 112, и у меня как бы на нее денег нет, поэтому... В принципе, и все. На этом мы закончили покупки и двигаемся дальше. Так, что тут, никак не пройти туда, да? Не пройти же? Там какой-то сундучок интересный, противогаз. Ну ладно. Так, а ну-ка, блядь, свет погасили. Не привлекаем внимания, хлопцы. Так, так. Кто это говорит? А, там? Он куда-то туда, да, свалил? А, вон они там, в поезде. В вагончике. Так, аккуратненько. Блин, если его засекут... Впереди люди ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Блять. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. Заебись. Никого. Я правильно понимаю, что как бы здесь пройти по стелсу просто... Внимание, противник! Где? Он отвлекает их, типа? Так. Бля, что-то жопа какая-то. Сейчас не вижу. Ищите. Если упустим, сорвем все задание. Блять, как пройти-то? Ебать, они просто, блядь, долбятся. Тихо. А мне-то все равно туда надо, правильно? Блядь, жестко. Походу реально придется перестрелку устраивать. Сейчас попробуем здесь побродить, посмотреть. Не, я думаю, что все здесь вообще без вариантов. Он там пытался вроде как отвлечь. Может быть, я немножко не увидел, так скажем, пути, куда надо идти. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Значит, понизу, если, да? Здесь свет. Далекий планет на по ночам. Эй. Привет. Все, пиздец, да? Точно не разведки. Хорошо прячется. Внимательнее смотрите. Так. Ну, по-другому никак. Не, может быть и как, но... Товарищ лейтенант, а что мы ищем? Да ничего. Так. Допустим. Короче, пришлось пострелять немножко, так сказать. Все, погнали. Ну, наверное, можно было пройти, но, блин, типа без экшена по стелсу постоянно, это уже пиздец, если честно. Немножко, короче, пришлось постреляться, блядь, так, малёха. Малёха пришлось постреляться. Все правильно же, да? По съебам сюда. Наверное, как-то можно было, но выглядело так, как будто нельзя было реально по стелсу пройти. Ну, там, типа, вообще жестко было. Так, ладно, я думаю, что эти пару-тройку выстрелов ничего не сыграют роли. Так... Так, а он-то куда сам? Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Красавчик, вот красава, а, малой? Соображает. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Как-то вот без его помощи, конечно, раньше обходился, но теперь... Действительно. Блядь. Может, еще караван нагоним? Блядь, там книженция была, как к ней пройти-то? Есть, товарищ лейтенант! Вот здесь, походу. Есть! Бля, ну он хотя бы мне реально это самое, ночной видеть... Ой, фу, бля, волхак дает. Так, депо. Не знаю, что я скажу мельнику, приказавшему мне убить черного. Не знаю, что подумает черный, когда встретится с мельником. Что он вообще думает о всех нас? Когда я представляю, через что ему пришлось пройти. Всего за несколько дней. Его должны были казнить, как урода мутанта, и его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать, как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов, публике на потеху. А потом вывезли как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел? Так, а что же мне только временный волхак-то дает, а? Ты мне дай его на постояночку, а? Бля. И исчез. Заебись. Не, не догоним, точно.
Они давно уже ушли. Надо попробовать. Так. Ну и чё нам так? До упора идти? Он-то заебись телепортуется, да? Давай. Приказано, делаем. Вперед. Вот этого съебался. Всё равно не догоним. Догоним. Догоним, не догоним. Нас не догоним, как говорится. Так. О, патроны в кастрюле, блядь, валяются. Нормально, блядь. Зашел на огонек. Так. Сидит сверху. Выжидает. Помог бы лучше бы. Ой, бля. Хотя не, нормально. Здрасте, это я. Так, хорошо. Фильтры, заебись. Это что такое? Это что за хуйня? Вот как их, блядь, различать? Что это такое? Просто ради интереса. Блядь, какая пиздатая, кстати, походу, штука, кстати. Ну-ка, подождите-ка, это... Это что-то типа, знаете, что мне напоминает? Я сначала думал, что это просто какая-то хуйня с... глушителем, но у меня... Подождите, это же не ублюдок, это же... Это не... Бля, мне так хочется загуглить, что это за пушка. Просто она мне напоминает, знаете, вот это, блядь, как он? Вал! Вал, блядь, этот... ВСС... Это не вот эта хуйня, как в Сталкере была, которая мне нравилась? Помните, беленькими патронами стреляла? Просто она мне что-то напоминает ее, по крайней мере, внешне. Может, она заебись, на самом деле? Так. Эти не смотрят сюда. Ладно, похуй, ебану его. Не поворачивался, блядь. Бля, по-моему, это хуйня какая-то такая, типа, да? Надо будет сейчас ее затестить. Мне, бля, надеюсь, я не зря калаш оставил. Здрасте, блядь, а я тут. Так. А, у него какая-то вот залупа. Мне кажется, что это вот эта пушка пиздатая должна быть. Но это чисто мое предположение. Просто она так в шкафчике у этого чувака лежала. Ты что там встал, как чиш на блюде? А ну скрылся, бестово! Сейчас, бля... Гляну, что тут. О! У меня проход какой-то. Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрыться, ждать появления рейнджера. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких ну! И никаких больше косяков! Так, здесь меня видно так-то. Больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. Ага. Короче, пиздец там происходит. Но мы вроде сейчас как раз обойдем. Весь этот пиздец. Главное, чтобы растяжек не было. Вот что. Аккуратно. Это что такое? О, нормально. Фильтр еще один. 29 минут. Заебись. Фильтры полные. Сейчас уже время истекает, это будут менять. Так. Что-то мне не по себе как-то. Блять, ярко тут так. Непростого же шпиона ищем. Поаккуратнее. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну, ему не пальцем сделаны. Так, а нам в ту сторону, да? Непростой это рейнджер. В ту... Слышал же, что наша группа поезд гантейский захватила? Блядь, заебись. Вот, он один всю эту группу перебил. Да ну, брехня. Какой один? Если всю, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывает. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Да уж, блядь, Артём вообще самый жесткий, блядь, из всех. Разговорщики, смотрите там внимательнее. Есть внимательнее. Блядь, внимательнее не надо, пожалуйста. Так, этот на пути у меня. Не знаю, кого он там выискивает, высматривает, но я немножко с другой стороны оказался. Не, можно, конечно, точнее не можно, а скорее всего надо здесь всех перебить, кто у меня на пути, блядь. Так, сорян. Так, хорошо, фильтр можно забрать. Так, какую сторону? Ага, в ту. Так, здесь я пройду. Бля, так хочется затестить эту хуйню. Мне такое ощущение, что, кстати, вот так лучше пройти, не? Так, здесь у нас сидит. Нормально. Бля, опасно пиздец на самом деле. Так, найс. Ага, сейчас посмотрим, ну-ка. А, вот туда надо. Так, ну здесь меня не видно, это хорошо. Так, а как туда забраться-то получается? А, обходи, бля. Опасно. Так. Не, не будем прям шум, я думаю, здесь поднимать. А вот тихонечко разобраться можно. Опять война. Блядь. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Сейчас выждем диалог. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Тут еще ходит этот. Если их кто другой захватит, там крышка. На меня светит. А с чего? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пушек, броников, да патронов до военных. На все метро.
Вот вооружаться и попрут. Так, это съебался, он сейчас возвращаться будет, заебись. Значит, чтобы не попёр. Ну, молоток схватываешь. Так, красавчик, красавчик. Блять, это сюда идет. Ебать, я опасный, блять, просто. Стелсер, блять. Так, сорямба, но ты лишний здесь. Так, хорошо. Интересно. Я стрёмный, пиздец. Здесь кто-нибудь чекает? Ага. Не рано? Не, нормально. Бля, мне нравится, что он вырубает так, знаете, очень тихо. Такой тактичный Артём называется. Так, спасибо, что открыл. Бля, хотелось бы я попробовать... Хотел бы попробовать уже эту пушку. Бля, прикиньте, на самом деле взял ублюдка этого самого с глушителем и все. Я реально по картинке... Я не могу их вот так отличать. Для меня они очень похожи. Я мало того, что в оружии в целом не разбираюсь, так еще как бы в виде вот как бы... В играх прям сложно. Я понимаю, что... Ребята, я, конечно, ничего не хочу говорить. Мы идем в полис. Но у меня игра крашнулась. И будь что будет. Малыш, в каком месте я сейчас буду? Блять, ну это как бы немножко странно сейчас было со стороны игры. И не очень приятно, конечно. Да. Так, стоп. Наоборот, ту сторону. Ладно, перепройду. Так, ну, в принципе, без особых проблем я сейчас, кстати, прошел этот момент. Только вот что? Почему крашнуло-то? А, все, фух. Я просто, знаете, реально переживать начал. Думаю, типа, мало ли тут какой-то баг, типа, и я теперь дальше не пройду. Не, все нормально, окей, отлично. Просто игра без ошибок просто. Просто вообще крашнулась в ноль. Так. А, понял. По-моему, заметили кого-то из этого. Судя по музыке, кого-то заметили. Вырубленного. Или что? Какую крысу? Че, на крысу не похоже. Так это обычно не говорят, когда услышишь какой-то звук. Ну ладно, странно. Ну я там, здесь короче, довольно... Черно-красные. Бля. Боятся тебя. И все равно хотят убить. Боятся, значит. Боятся, значит. Ну-ну. Тогда ладно, тогда. Так. Как здесь проходить? Значит, я так понимаю, нам просто... Ага, вот туда вот надо, да, попасть. Сейчас попробуем. Не, можно, конечно, немножко постреляться. Ё-моё. Здесь, походу, будет весело. Их очень много. Так. Здесь можно через поезд пройти, а здесь что? Вот это зачем? Непонятно. Так, ладно, проходим здесь. Здесь кто-то есть в поезде, сейчас выждем. Ну чё, вырубаем? Так. Привет! Бля, как можно быть настолько не видеть просто? Просто настолько, как можно не видеть, я не понимаю. Так, проходим через поезд. Не, здесь, видите, походу реально на каждом уровне есть... место, где можно пройти по стелсу. То есть, как бы, любой уровень можно пройти по стелсу. Сделано все для этого. Бля, вот просто пиздец. Просто посветить фонариком в мою сторону. И больше ничего не нужно делать. Но нет. Так, наверх. А зачем наверх? А, подождите, я не понял. Бля, он сюда идет. Тревога! Враг на территории! Тра-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Бля! Пиздец! А, блядь! Пиздец! А, сука, стреляют со всех сторон, блядь, я ёбну! Понял. Это была плохая идея. Я просто хотел по-мирному решить вопрос. Так, хорошо, стоп. Так он просто идет ко мне с фонариком. И все равно хотят убить. Бля, значит, там есть либо какой-то другой проход, либо реально устраиваем просто уже как бы немножечко другое представление. Так, этот на крыше. На крыше-то ладно. Сейчас мы что-нибудь попробуем придумать. Просто вот там один вот он стоит, просто смотрит, меня как бы это напрягает реально. Здесь не пройти, я так понимаю, да? То есть непонятно, здесь просто вон, лестница никуда. Так. Его еще, блин, не ебануть, потому что у него каска, блядь, сначала слетает. У них у всех, видите, каски. А потом уже как бы... Так, хорошо, ну-ка сейчас еще раз попробуем. Здесь по-другому-то не пройти, как я понимаю. Вот он палит. А, вот он не палит, кстати. Ебать я наглый просто. Ебать я просто наглый, блядь, в натуре.
сел, блядь. Ясно. Так, и тот сел. Вот они сели здесь. Вот они сели, блядь, и им заебись получается, да? А я должен хуй пойми, что делать. Этот чепчик, блядь, у него такой серьезный, блядь. Че, этого ебануть, что ли? Я не знаю. Так, этот увидит. Бля, они так сели вообще реально жестко. Так, этот пошел. Сейчас выждем момент, может быть. Вот он тогда пошел, то есть он как раз светит эту место. А, не, он бы, кстати, меня, наверное, не запалил. Бля, что делать? В общем, реально не вижу вариантов других. Сейчас наверх попробуем подняться. Патроны спиздил. А, опа. Снайперюга. Они что, увидели, да, кого-то? Или они увидели меня наверху? Так, тихо. Вот ты же спокойно, нахуй я сюда пришел, блядь. Вот вопрос какой, главное, меня волнует. Так, минус один. Здесь вообще нет прохода никуда. Спокойно, товарищи. Здесь нет никакого... А, есть проход. Ай, блядь! Сука, запалил меня. Бля, здесь можно было реально пройти так-то. Надо было его... А как? Я не понимаю, они меня увидели сверху или что-то там снизу я, блядь, спалился как-то? Так, отлично. Заебись. О, еще беленьким загорелось. То есть это какой-то, блядь, видимо, проход был такой скрытый. Все, короче, пизду. Одного, двоих, да, пришлось захуярить? Или одного? Я так что-то это не помню. Вот именно здесь. Так. Ага. Прикольно, блядь. Выйти-то я вышел, блядь. Внимание! Ага, прикольно, блядь. Так. Почему они смотрят в другую сторону? Блядь, пизда. Все, у меня пизда. Еще задохнулся, блядь, под конец. Так, а с какого момента будет чекпоинт? Очень жестко. О, здесь сохранение прошло. Так. Перед кем я спалился, блядь? Нет, ничего. Послышалось. Так, ну-ка, вот, допустим, полный стелс, блядь. Вообще, по-моему, лучше бы нам его не найти. Опять приказ отсюда. А ты слышал, что он всю группу на Октябрьской... Так, это я не слышал этот диалог. Не, не фартануло. Так, опять, вот тут почему-то вот прям вот экран светленьким, как будто, блядь, я выбрал какой-то один из самых пиздатых маршрутов. Только самая проблема в том, что сейчас я буду, когда вылазить отсюда, здесь реально очень сложно, ну, мимо них пройти. Либо это из-за того, что тревога была. Так. Типа таким образом попробовать. Так и что смысл от того, что я отсюда вышел-то? Вот туда? Да. Так, а он не хочет помочь мне как-нибудь? Мне просто вот этот вот... Тихо. Блять, опять он меня увидел, сука. Почудилось, блядь. Блядь, пройти бы наверх, но пиздец, я буду сейчас освещен просто всеми фонарями, которые там есть. Чё этот смотрит сюда своим фонариком ебучим? Так, этот меня ждет, короче, здесь. Мне сюда и нужно как-то пробраться. А как я это сделаю, блядь? Может, хватит смотреть на меня, а? И этот ходит туда-сюда. Так, это наверх пошел. Пусть лучше наверх идет, реально. Я ему спину зайду. А вот этот нужно, чтобы отвернулся. Видите, он светит сюда прям. Чтобы по лампочке, блядь, стрельнуть, чтобы она, типа, как перегорела. Бля, он реально палит. Он заебал. Блядь, неужели здесь нельзя по-другому никак? Ну, это же прям пиздец. Он прям освещает, блядь, все, что есть вокруг. Ну, я не знаю. Надо пробовать, наверное, как-то. Че, пробуем? Ну, меня сейчас увидят. Ты его знаешь. Скибался, блядь. Тихо. Все. Бежим отсюда. Я думал, тут что-то лежит. Все нормально. Давай, помогай.
Тихо. Это... Он его задушил, что ли? Я с ним ничего не делал! Он его сам задушил, что ли? Опа, блядь. Это флешбэк, что ли, или что это? Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! А-а-а. Пост сдал! Я типа... Пост принял, бывай. В мозги Лесницкому заглянул? Чё, бля? Это с помощью этого... Это этот детёныш? Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, себе. Надо организовать испытания вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Хуя себе залез, блядь, к нему в голову, называется. Охуеть. Ты убил рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты... Короче, что происходило, типа, да, за Лесницкого, получается? Такое, блядь. Лесницкий, блядь, мудила. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше... Павел этот, блядь, еще, конечно. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Хуя он со мной делится, устал. Да, блядь? Разведчик у меня есть. Проникатель в чужое сознание и мысли, и память. Так, и что в итоге? Пиздец ему или нет? Ну, такое, наверное, оглушить. Наверное. Ну, типа, ну да. Ну, не. Он очень плохой. О. Но ты прав. Убивать хуже. Одобрил! Одобрил! Тайна, получено достижение. Так и чё, надолго он открыл? Так. Использовать только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади. Что тут интересного? Мне просто интересно, что будет, если стрелять в него? Типа ничего, он будет как прозрачный или что? Не, все, оставили его. Пусть, блядь, сам живет своими, блядь, тараканами в голове. Предатель, блядь. Так. Че, вниз? Там ничего нет? Не, вроде ничего нет. Вниз. Опять питерская погода. Классика. Ага. Ага. Так, не, по патрону у меня все нормально, хоть закупился, блин. Так, давайте фонарик теперь уже можно включить, я так понимаю. Че, тут ничего нет? О, что-то нашел. 6 патронов. Приятно, приятный такой сюрприз, приятный. Так, я так понимаю, туда, да, надо бежать? Так, никакие мутанты, блядь, а что там? А, все? Ничего себе. Кто город посеял? Еще город призраков, фига себе. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса. Разоблачить лжецов. Я теперь еще, блядь, вдвойне что-то сыкую, что будет в полисе. Но я так понимаю, детеныш что не будет показываться всем, наверное. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. А, нифига себе. Это, ну, типа то, что было раньше в этих домах. Так, давайте смотреть, куда мне идти. Мне нужно туда, а почему здесь... Вот. Тебе пригодится. Чё, фильтр? Бля, как раз от души, просто от души реально. Буду впереди. Спасибо, сейчас я чекну только, подожди, другие эти самые дома. Интересно же, что тут можно найти. Нихуя? А, нет, можно сюда пройти. А, тут еще была дырка. Бля, растяжек, я думаю, тут многовато будет. Что такое? Блять, он мне там подсвечивает что-то. Бля. Такое, растяжечка. Растяжечка. Г.
Убираем. Опа. Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследовать район. В Большом дворе к северу еще одно убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Блять, я все понял. Что там за звук? Повторно можно включить? Это первый перевалочный пункт. Фу, блядь, да, не, атмосфера, как по мне. Блять, вот эти сигнализации. Так, тут ничего нет, да? Блядь, не, на самом деле, мне кажется, что в метро атмосфера передана очень прям вообще пиздецово. Так, можно и наверх еще подняться, офигеть. Так, ага, тут что-то есть. У меня все есть. Все, ладно, погнали туда отсюда. Да, блядь. Так. Тихо, тихо, тихо. Молнии, блядь, хуячат только так. Молнии хуячат только так. Радиация. Так. А, подвал сначала чекнем. Бля, растяжки. Главное, главное просто чекать их, потому что противогаз. Ничего больше. Радиация в воде прям вообще, конечно, пиздец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Изрядно так надолго зашел. Надо, наверное, сейчас будет полечиться, да? Правильно понимаю, что я ХП сел? Да. Так, этот меняем. Сейф! Блять, а у меня ключика нет. Где-то, оказывается, ключик мог быть. Вот так вот, невнимательный пацанчик. А главное... О, бля! Мне кажется, надо вернуться. Так, ну-ка. Что тут, бабло будет? Угу, ясно. Очень полезно. Учитывая, что я не пользуюсь, такое. Так, что он там открыл мне? Ого, какой. Бля, жутковато мне всегда вот в таких домах, бля, что-то находиться в метро. Так, заметочка. Нам опять идти по верху. А я, кстати, думал, что мы сегодня до полюса дойдем. Судя по всему, только вот, может быть, дойдем, и то непонятно. Здравствуй снова, Москва, город-склеп. Город павший герой, город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Мой родной город остался в прошлом. Как он родной для маленького... А, почему я сказал как? Но он родной для маленького черного, как странно. Фух, так. Да, блядь. Я правильно понимаю? А, я думал, это тень, блин. Так, фильтр. Идем дальше. Аккуратно. Бля, ну это прям жестко, реально. А чё тачку-то не сделали нормальную? Ну разработчики, алё, блин! Или это специально типа было? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Ой, блин. Ну это прям, конечно, да. Душевненько. Так, а мы тут точно пройдем? Тут вода как бы. Ничего страшного, если я по ней... Маленькая смерть. Это для твоих врагов. Бля, по воде-то стрёмно ходить. Сейчас посмотрим, что тут есть. Опа. Нихуя себе, я что-то нашел. Так, аккуратно. Что тут, ничего интересного? Блять, я обосрался! Я думал, скример ебать! Фу, реально стрёмно. О, нифига патронов, нормально. Так, выходим, выходим, выходим. Бля... Эти тени, это пиздец. Так. Тихо, тихо, не плачь. Не плачь. Не плачем, не плачем. Все нормально. Все хорошо. Смотрим каждый уголочек. Мы на поверхность выходим? Да. Так, а что там еще есть? Давайте посмотрим. Так, 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 тут еще что-то. Ага. А, это этот Хельсинг? Ну, не. Не, трогать я его не буду. Он меня вроде не трогает, я его тоже не трогаю. Не, Хельсинг мне не нужен. Так, выходим на поверхность снова. Да, блядь. Жути хватает, ничего не скажешь. Так, проходим через двор. В мусорке ничего нет. Странно. Привет. Глазам не видно плохо.
Тени видно лучше. Бля. Бля, сколько нычек? Я не понимаю, кто их оставлял? Вот все эти нычки-то. Так. Ой-ой-ой, нет. Ебать! Заебись, блять, машина атаковала! Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Бля. Ну пиздец, что я могу сказать. Достаю свою пукалку, блядь. Так, подожди, в подвале машин есть. О, в подвале проход какой-то. Хуя себе. Или не проход, просто опять нычек, блядь. Нычек просто до пизды. Реально до пизды. Это что такое? И зачем я здесь свет включил? Осмотрели все прилегающие дворы. Соседям можно подняться на крышу дома по лестнице. Оттуда в переход, ведущий в сторону Кремля. Соседям можно подняться... Начался ураган. Торчим здесь уже 5 часов. Серый услышал какие-то голоса. Соседям есть... Это типа как подсказка можно воспринимать, я правильно понимаю? Обыскал весь двор. Серого нет. Пропал. Вокруг какая-то чертовщина. Попробуй добраться до депо. В соседнем доме. Ну-ка еще раз скажи, что там в соседнем доме? Это типа как подсказка? В соседнем можно подняться на крышу дома по лестнице. На крышу. В соседнем доме можно подняться по крыше. Так, по крыше на лестнице. Все, я понял. В соседнем доме можно подняться. Бля, я надеюсь, правильно же я делаю все, нет? Сейчас мы все, конечно, посмотрим. Бля, этот дробовик. Ой-ой-ой. Это что, блядь, такое? Это что? Это что, блядь? Это что такое? Ебать! Блядь, это что-то пиздатое, ну как бы, я как бы, ну не знаю, типа, у меня... Слушайте, не, подождите, я хочу эту хуйню забрать. Может быть, конечно, это зря, но давайте я ее заберу, потому что зря я, конечно, один патрон потратил, который я вообще не доходил до этого никогда в жизни. Ну, типа, если что, я потом просто поменяю, наверное, выгоднее на револьвер. Ну, просто, типа, мне этот-то нужен. И то, я не знаю, может быть, это у меня на самом деле ублюдок. Не, мне кажется, что надо забрать. Это какая-то хуйня лютая. Ебать, она вообще жесткая. Я не знаю, чем она стреляет, но пусть будет. Револьвер, прости меня. У меня сейчас с глушителем есть вот эта фигня. О, что такое? А, фильтр. Ну, пепельница, бля. Ну, нахуя у меня пепельница подсвечивается? Бля, жутко, пиздец. Так. Стоп. Он же сказал, в соседнем дворе можно подняться. Бля, я думал, в соседнем доме. Точно. Все, тогда пофиг. Идем дальше. Бля. И что мне делать? Жизни вы сделали меньше, чем смерти. Таких нахожу мало. Бля, попробую в доме спрятаться. Они же не... Блять, понял, побегут! Понял. Подожди. Блять, жутко. Жутко, пиздец! Тревога. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Так, ладно. Идем, пока есть возможность, потому что я так понимаю, здесь куча всяких вариантов прохода, если я все правильно понимаю. Так. Он убежал, да, короче? Птеродактили летают. Что такое? Бля. Куда он убежал-то, я не понимаю. Ну, пиздец. Бля, может, ты спасешь меня? Куда ты пошел? Блять, съебаться в дом, просто патронов тратить. У меня такое ощущение, что я буду их очень много. Все, пиздец. Пиздец. Все, пизда, блядь. Походу придется сейчас, блядь, перестрелочку нахуй устраивать. Пиздец. А он мне причем дает подсказку, что откуда они бегут. Я так понимаю, я могу как-то. А я сюда не могу случайно? Могу. И чё? И чё мне это дает, блядь, что я сюда могу? Так, стоп. Тут проход какой-то. Ага, проход, блядь. Обманочка. Обманочка, блядь. Нахуй я сюда зашел? Хотя, подождите.
сука, ёбаный, блядь! За всем уследи, блядь. Все посмотри, пиздец. О, еще одна подсказка. Так, что здесь сказано? Дома вокруг хорошо сохранились. Пиздец. Но никаких складов поблизости нет. Попробуй осмотреть все внимательней. Но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегал. Блять, саундтрек пиздец еще. Вряд ли кто услышит. Но все равно. Живите. Верьте в жизнь. Может тогда. Тогда они поймут, что блять. И успокоятся. Прощайте. Он мне там все показывает, где они бегают, блять. Но они в дом-то не прибегут, я надеюсь. Это пиздец. Так. Так, так, так. Здесь прохода нет. Заебись! То есть мне все равно возвращаться к ним, что ли, надо? Да, я сюда не могу подняться. Так, а куда они убежали? Все равно придется сейчас перестрелочку, да, делать, я так понимаю. Так, давайте посмотрим, куда идти. Туда. Блядь. Да нахуй мне ночное видение, блядь! Так. Просто пробегать. Хуй знает. Показано, что сюда. Но, по-моему, это наёб какой-то, блядь. Потому что здесь прохода никакого здесь нет. Здесь нужно вверх. По лестнице? Какой нахуй лестнице? Теперь знаю. Кто меня убил, блядь? Что происходит? Я вообще реально не допираю, блядь. Я себя чувствую, блядь, как будто я, блядь, играю. Что за хуйня, я не понимаю. Что за бред? Какой нахуй лестнице? Блять, вот лестница, ёбаный насос, я ее реально не видел. Все, я съебываю, блять, пиздец. Там крылатая. Будь осторожней. Какая крылатая, нахуй? Блять, ебать, крылатая. Виси, Артем, держись. Держись, Тёмыч, блять. Может, он мне поможет, нет? Понятно. Все самостоятельно, все своими руками, так сказать. Так, а чё? Не, у него стрелять бесполезно. Так. По крыше. А, ну как он и сказал, по крыше. Здесь ничего нет интересного? Бля. По нему реально бесполезно. Там книжку. Он книжку охраняет. Книжку отдай, дай почитать, пожалуйста. Дай почитать книжку. Там книжка. Бля, дай книжку почитать. Дашь книжку? Дай книжечку, пожалуйста. Пожалуйста. Там журнальчик. Дай почитать, пожалуйста. Ну что ты кричишь? Может, он не тронет меня на самом деле? Ага, не тронет. Выглядит как пиздец, конечно. Бля, он реально охраняет ее, как будто. О! Все, съебался, отлично. Моя книжка. Тараканчики, блядь. Ебать тут всякого лута. Нихуя себе. Калаш с прицелом, блядь. Ебать. Ай, блядь, пизданул, сука! Понял, блядь. Похуй. Все, съебался, спрятался. Так, надо полечиться. Блять, ебать, тут загадки. Так, дневник. Черный, я видел в нем ангела, а он просто ребенок. Я думал, что если это он будет нас судить. Я думал, что если это он будет нас судить. Если ему решать, жить нам или исчезнуть. И поэтому я боялся его. Боялся, что тот путь, который он проделал через метро, заставит его вынести человечеству смертный приговор. А теперь мне просто стыдно. Стыдно за нас всех, за то, чем мы стали. История человечества не должна была кончиться так. Так, блядь. Не пиздец просто. Так, аккуратно. Аккуратно. Смотрим растяжечки. Блядь, звуки, конечно, не из приятных, да? Ой-ой-ой-ой. Вот эти вот флешбеки! Что-то на улице. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех... Подожди. Вот эти вот разговорчики. Чё снизу? Нет, я туда падать не хочу, блядь. Потом подниматься, искать как-то, пройти туда, блин. Так, здесь ничего нет интересного. Или подождите, или мне туда и нужно? А, мне туда и нужно, что ли? Бля... Я думал, я успешно съебался. А я, оказывается, успешно не съебался. Походу, надо вниз падать, блядь. Фига себе. Экран беленьким. Блядь.
пизду, я съебываю. Кто-то стучится в дверь ко мне толстым хуем по стене. Так. Жутковато. Блять, куда идти? У меня есть ночное видение. Флешбеки пошли. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Жутковато. Жутковато. По-другому не скажешь. Лагаз. Только я не особо понимаю смысл его менять, типа, на более целый, не запотевший, не проперженный. Только из-за этого, типа, ночное видение. Ночное видение, ну кто же виноват? Блять. Ясно. Сейчас будет пиздец. Сейчас по любасу будет какой-то пиздец. Блять. Я готов. Не работает, не, нихуя. Фонарик не работает, блядь. А я сейчас нападе... А чё это он меня не тронул, я не понял. Блядь, жутко, пиздец. Хватит шептать мне в ухи, в уши. Нет. Фонарик заработал. Я, правда, никого толком не увидел, ну ладно. Ага, белый свет в конце тоннеля. Очень перспективно. Но я так понимаю, что мне туда. Пиздец. Отсюда Красная площадь. Дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Ничего себе, Кругаля я дал. Скажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Я так понимаю, что на самом деле полис, наверное, и будет концовка. То есть финал где-то будет как раз таки в полисе. Я так понимаю. Друзья, я думаю, что у меня есть предположение просто, что, возможно, в следующей серии будет финал. Не знаю, так ли это, но по ощущениям, что-то мне вот кажется, что да. Ну, нормально, да, маршрут такой, прям такой, ну, лишнего чуть-чуть навернул, вот так вот. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видос, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.